Здравствуйте, с вами интернет-портал района Некрасовка. Сегодня речь пойдет о строительстве кварталов по обе стороны улицы Вертолетчиков. С одной стороны, это квартал 6 и 11. Здесь строительство близится к завершению, идет благоустройство территории. Сама улица Вертолетчиков тоже, по сути, объект строительства. Движение здесь полностью не запущено, но работы в этом направлении идут. На другой стороне активно идет рекультивация территории будущего 14-го квартала. Много тяжелой техники, огромное глубокое пространство утюжат тракторы, самосвалы подвозят песок, экскаваторы помогают попасть песку в котлован. Четырнадцатый квартал одним краем вплотную примыкает к 13-му кварталу, где уже построено несколько жилых домов, и другим краем упирается в берега Черного озера, где рыбаки, невзирая на строительные работы и шум, ловят рыбу. Отправляемся дальше, на второй участок улицы Вертолетчиков. Здесь, на выезде с улицы Лепчанского в область, нас встречает нерегулируемое движение машин в обе стороны. Движение тут в час пик еще хуже. Грузовым машинам проще, кто-то из них уже накатал себе дорогу. С правой стороны нас встречает ландшафт будущего квартала, но пока тут только чайки, ямы и грязь. Идем в сторону улицы Кожуховская горка, за которой находится квартал под номером 17. Второй участок улицы Вертолетчиков пока не достроен, видны следы деятельности прежнего застройщика. Но скоро работы здесь закипят с новой силой. Дорога жизненно необходима растущему району. Движение на Кожуховской горке шустрое. Дорогу переходить опасно. Но все же мы справляемся с задачей и выходим на нужную позицию. Нас встречает не такая активная рекультивация, как в 14-м квартале, но работы здесь начались, хотя совсем недавно тут была тишина и дикие заросли. Как мы видим, будущие жилые кварталы района Некрасовка будут находиться в непосредственной близости к границам Восточного округа и Московской области. Отсюда хорошо просматривается территория строительства. Наш репортаж подходит к завершению, но мы еще не раз вернемся сюда, понаблюдать за ходом работ. До новых встреч!